Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео я хочу вам показать очень ожидаемое решение плагина WordPress, который подойдет абсолютно всем видеоблогерам. Плагин позволяет разместить на сайте с разных видеоплощадок ваш видеоконтент. ВК-видео, YouTube, Рутуб, Дзен, Одноклассники, Mail.ru и другие площадки. Все это компактно можно разместить на сайте. Плагин поддерживает микроразметку и отложенную загрузку видео, что позволяет очень быстро грузиться вашим страницам, не нагружая ваш сайт. Плагин новый от VPShop. Давайте рассмотрим данный плагин и на что он способен. Но прежде чем мы перейдем с вами к теме данного видео, я хочу вам напомнить, если вы сомневаетесь или у вас нет времени и вам нужен сайт, вы можете обратиться ко мне, написав мне на контакты, которые сейчас вы видите на экранах, или позвонить. Звоните, пишите, давайте обсудим ваш проект. А мы возвращаемся к теме данного видео. А вот и страница этого замечательного расширения, этого плагина от разработчиков, от русских разработчиков VPShop. Кто не смотрел ранее, я озвучивал и обозревал их плагины и шаблоны. И сейчас разработчики просто как в воду глядели, видели, что жизненно необходим такой плагин. Я только раздумывал, как же это так сделать, чтобы удобно можно было распределить на странице, в статье несколько источников сервисов видеохостингов, где бы я смог транслировать свое видео непосредственно со своего сайта, со своей страницы. И как раз примерно в это время вышел в свет вот этот замечательный плагин. Он, естественно, не бесплатный, но он стоит своих денег. Ссылку на данный плагин я оставлю в соответствующей статье на своем сайте. Ссылку на сайт оставлю в описании под этим видео. Итак, чем хорош данный плагин? Во-первых, он позволяет, вот сейчас вы наглядно можете видеть, отображение удобно, симпатично, адаптивно под мобильное устройство. Вывод видеохостингов, например, ВК, Видео, Рутуб, YouTube, Кинескоп, Одноклассники, Mail.ru и другие сервисы, которые поддерживают отображение видеофайла и не просто отображение на вашей странице. Здесь уже все предусмотрено. Микроразметка для видео, а также отложенная загрузка. Этот плагин и отображение видео на этой странице никаким образом не будет затормаживать ваш сайт. То есть страница будет также быстро открываться. Видео запускается, как только пользователь нажмет на кнопку Play. И только после этого происходит подгрузка и отображение ролика на вашей странице. То есть вот это самый важный момент, который здесь учтен. Внешний вид дизайна, расположение кнопок, вот как вы хотите, чтобы это выводилось на странице, здесь есть разные примеры. Вот, допустим, на сайте разработчика. Во-первых, вы здесь сможете, в документации здесь все понятно, как шорт-кодом это выводится на страницу. То есть какие есть дизайны. Вот кнопочки мы видим, что они, допустим, вот одно видео. Если только YouTube, может быть кнопка посередине. Загрузка MP4 файла непосредственно к вам на хостинг также работает. Вот, допустим, Кинескоп, Vimeo поддерживаются, Одноклассники. И сразу ниже, внизу идут примеры, маленькие кнопочки можно сделать, чтобы по клику вот так раскрывалось видео. Народ, всем привет! Если вы не хотите, чтобы вот сам ролик занимал место на странице. Вот такой вот вариант. Сейчас мы это с вами рассмотрим. Чего далеко ходить, на моей странице, мой рабочий сайт по WordPress, я уже вовсю использую данный плагин, можете зайти на любую страницу моего сайта, где у меня используется видео, и посмотреть, как это уже на практике, на реально работающем сайте это выглядит. Я уже везде внедрил, на всех страницах, где у меня есть видеоконтент, этот замечательный плагин. Сайт fedorvasiliev.ru, вот этот, если вы еще не знаете. Плагин также поддерживает Gutenberg, встроенный редактор страница, редактор контента. Я же не использую Гутенберг и покажу, как это используется, если Гутенберг мы не используем. Я перехожу на свой тестовый сайт WordPress. Давайте от установки и настроек разберем, что здесь есть. Я перехожу в плагины, добавить новый. Zip-архив с плагином у меня уже скачан на компьютер. Нажимаю загрузить и выбрать файл с компьютера. Выбираю данный плагин. Нажимаю открыть и установить. Активировать.
Нужен лицензионный ключ, без него он работать не будет. Этот ключ у меня есть, сейчас я его проставлю, активирую и рассмотрим настройки. Итак, плагин я активировал. Находится он, если что, настройки вот здесь вот в этой колонке настроек, в самом низу. Настроек здесь немного, давайте здесь пробежимся. Тег заголовка, то есть получается, что то есть у вас есть возможность выводить заголовок, вот как здесь, и он будет в диве заключен, либо это может быть H2, H3, H1 постер. Здесь читайте вот описание. Можно загрузить одну картинку для всех видео, если это нужно. Я использую себя авто, то есть я просто вот так вот использую авто. У меня получается так, когда здесь авто работает, я загружаю значки фотографий к видеороликам, допустим, к YouTube. И как только один раз на play нажмем уже с сайта, то постер, он подгружается к вам на сервер. Ну, то есть в медиафайлы. И автоматически показывается постер. Мне этот вариант больше устраивает, поэтому я использую авто. Если требуется одно изображение ко всему, то вы можете перейти в медиафайлы. Давайте я добавлю какое-нибудь изображение. Открываем медиафайл. Вот здесь у каждого медиафайла есть своя ссылка. Скопировать ссылку. Закрываем. Возвращаемся в настройки плагина. Просто для всех можете поставить такое-то изображение. Дальше стиль. Несколько вариантов. Мы их посмотрим непосредственно сейчас через Gutenberg, когда будем видео внедрять на странице. Это все отображение, это все расписано в документации, как это выглядит, и это все можно индивидуально настроить для каждой записи или страницы. Вот все, что мы сейчас смотрим, это глобально мы настраиваем для всех роликов. Если нужно настроить, опять же, нужно понимать, как это выглядит, нужно визуально это смотреть. Иконка может быть без иконки, то есть иконка play воспроизведения. Здесь иконки вот воспроизведения, они могут быть разные. Вот видите, круглые, там, ютубовская может быть. Тоже несколько, тоже все можно видеть. От Mail, от Одноклассников, от Рутуб, от Ютуб, от ВК можно использовать кнопку Play. Порядок, то есть как у вас идут, вот первое, Ютуб, ВК, видео. Что первое, можно порядок здесь свой по умолчанию указать через запятую. Вот ниже есть пример. А дальше, показать заголовок. Платформ можно показывать, можно нет. Показать иконки платформ также показывать нет. Использовать псевдоссылки. Вот это очень полезная штука. Это уже отсылка к SEO. Заменять ссылки видеоплатформ на псевдонимы. Это полезно, если вы не хотите, чтобы на вашей странице были внешние ссылки. То есть как можно меньше внешних ссылок. Они нам как бы не нужны. Я бы это все включил. Также здесь есть такое, как автоматическая замена. Я это не пробовал, не знаю, как это будет работать. То есть, если у вас уже много страниц, много записей, и уже видео внедрено, можно попробовать автоматически переключиться, чтобы уже подцепил этот плагин все ваши видеофайлы. Я все свои записи вручную пробегал по своему сайту, потому что у меня не так их много, и не стал проверять, как это работает. Дальше. Партнерская ссылка, если хотите продавать данный продукт, можно под видео, чтобы появилась партнерская ссылка. Дополнительные настройки, если мы удаляем данный плагин. Настройка для этого. Больше настроек пока мы здесь не видим. Сохраняем изменения. А теперь уже визуально будем смотреть. Сейчас посмотрим сначала, если вы используете Gutenberg, встроенный редактор контента для WordPress. Здесь в этом плане, конечно, удобно. Мы нажимаем по плюсу. В поле поиска можно, чтобы быстро найти плагин. Название плагина просто OM. Начало названия плагина. Видим, плитка появляется после установки плагина. То есть он здесь находится. Нажимаем на него. Видео помещается уже с дефолтной картинкой, которую мы только что с вами указали. Здесь можно добавить дополнительный какой-то текст, который будет над видео появляться. Также вот здесь вот справа мы видим настройки. Здесь раскрываем и как раз таки указываем ссылки на все платформы, точнее на те, где вы есть, и видео, с каких платформ вы хотите отобразить в данной статье. Итак, здесь есть некие нюансы, то есть YouTube, там ВК, Рутуб, можно ссылку просто копировать, перейдя там на платформу.
Вот с Дзеном чуть по-другому. Вам нужно открыть ролик, именно поделиться. И ссылку взять уже вот где iFrame делится. Вот смотрите, вот так вот ссылка получается у Дзена, если мы с Дзена хотим разместить. Просто так вот открыть ролик в браузере и копировать ссылку вот так вот с браузера, это с Дзеном так не получится, поэтому здесь вот есть некий нюанс. Вот Дзен у нас есть, давай сразу будем смотреть. Проставили Дзен, дальше сейчас Рутуб и YouTube, мы просто копируем ссылку, здесь ничего сложного нет. Как только вторую кнопку я поставил, вот Рутуб, кнопки сразу здесь выводятся, мы их видим, переключение. То есть, где человеку будет удобней с вашего сайта смотреть ваш материал. Вот я вставил еще YouTube. И давайте дальше посмотрим. То есть, здесь платформу мы размещаем. Здесь все, что сейчас есть на данный момент, из каких источников мы можем транслировать видео на сайт. Дальше, дополнительный... Вот он, заголовок. Это тот, который у нас может быть помечен там H уровня, H1, H2, H3. Вот как раз здесь тег. Это индивидуально сейчас мы настраиваем для этой записи. То есть по умолчанию для всех мы настроили, но индивидуально можно здесь еще настроить. Постер. А можно индивидуально свой или просто авто поставить. Но, как я сказал, от глобальных у вас все может идти. Дальше вот как раз идут стили. Вот видите, стили. Меняются стили, то есть без фона, здесь просто поиграйтесь и выберите тот, который вам больше нравится, как это будет отображаться. А дальше иконки, без иконок. А, то есть в самом плеере, видите, иконки нет. Можете разные иконки, здесь вот ВК иконка, допустим. Дальше, показать заголовок, да, нет. Показать иконки платформ. Если нет, вот просто названия идут, видите. Показать партнерскую ссылку, использовать псевдоссылки. Ну, у меня это по умолчанию идет. И давайте сохранимся. Пройдем с фронтальной части сайта. Вот воспроизведение работает. Дзен. Рутуб. Все открывается. И на весь экран, естественно, можно делать. Если вы не используете Gutenberg, здесь есть вот под каждым практически примером готовый шорт-код. Я брал прямо отсюда. И здесь просто все понятно. Пост. Постер авто. То есть автоматически для каждого ролика тянется. Иконка, стиль YouTube, VK. И можно прямо в этот шорт-код добавлять. Вот, допустим, конкретно этот я беру. И прямо сюда вот Рутуб. После Рутуба можно поставить Одноклассники, если еще хотите. Местами менять их в этом коде. Допустим, сейчас вот YouTube первый идет, а можно Rutube поставить первым. То есть здесь ни на что не влияет, можно спокойно этим управлять. Вот вам пример с моего сайта, чтобы у вас было лучше понимание. Видите, я использую стандартный редактор, Gutenberg я не использую. Здесь в этом редакторе нету от этого плагина такого вот удобства, как для Gutenberg. Но мне как бы это не нужно. Вот я просто вставляю код на страницу. Вот этот код, мы это видим. Идет заголовок, идет постер авто, потом идет YouTube ссылка, потом идет VK видео ссылка, потом Rutube я использую и Дзен я использую. И на сайте уже все красивенько выводится. На этом я урок данный буду завершать. Я надеюсь, для вас все было интересно и понятно. И я надеюсь, вас просто заинтриговал. Потому что если вы ведете или планируете вести видео сайт, и удобно транслировать, чтобы человек, ваш зритель, не ушел с вашей страницы, ему комфортно и удобно и быстро это все можно компактно вот так смотреть на вашей странице, то этот плагин просто создан, и он идеален для этого. До этого плагина я уже несколько месяцев размышлял об этом, что с этим делать. Прибегать к поиску подобного плагина или заказывать разработку отдельно данного плагина. И тут просто как гром среди ясного неба, в хорошем смысле, этот плагин появляется в свет. За что разработчикам огромное спасибо. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины,
и шаблоны. Сайт у вас готов, но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов, я уж точно съел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные, и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие ненужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram.